Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Меня зовут Анетта. И сегодня у меня для вас распаковка Плесим Бокс июня месяца французской версии. А, запутались? Мы с вами уже открывали Плесим Бокс этого месяца, но немецкую версию. Выглядела она вот таким вот образом. Очень милый, очаровательный дизайн. Просто самая прелестная коробочка, которая только была у Плесим Бокс. Ну, на мой вкус, конечно же. В этом же месяце Плесим Бокс выпустил нам целых две версии этой коробочки. Вот в таком цвете. И еще была коробочка в сиренево-синих оттенках. Вот она. И могла попасться та или иная. Мне попалась немецкая вот именно конкретно в этом дизайне, а вот французскую мне прислали в другом дизайне, чему я бесконечно рада, потому что мне тоже этот дизайн нравится. Здесь цветочки, мне кажется, другие. Здесь какие-то ромашки, хотя здесь тоже есть ромашки. В общем, непонятно, что за цветы, но красота невероятная. И мне и та, и другая коробочка абсолютно нравится. Я их оставляю себе и буду использовать как декор. Зачем я подписалась на французскую версию, когда уже открывала немецкую? Дело было в том, что они предложили нам в качестве подарка очень классные продукты. Я не смогла пройти мимо, я захотела себе, разумеется, один из этих подарочных продуктов. Что там было на выбор? Там был кондиционер и шампунь от французского бренда, который мне не так был интересен. Затем от La Rosée там была маска. Потом от Filarga был продукт, который, кстати, был бы мне тоже интересен. Но хайлайтом всего этого набора из этих вариантов был именно серум для ресниц, который я обожаю, который работает на мне, который делает просто фантастически длинные, невероятные ресницы. И я, разумеется, захотела его взять. Это полноразмерка 2 мл, который стоит где-то 70 евро, в зависимости от того, где будете брать, попадете на скидки или нет. И полноразмерку взять, ну, это прям здорово и классно. У меня сейчас в использовании другой серум, не от этого бренда, он тоже прекрасен, но все-таки, если есть возможность, я, разумеется, куплю и положу себе, буду использовать, когда закончится этот серум. Grand Lash называется этот бренд от Grand Cosmetics. У них есть несколько направлений, вот это серум, есть еще средство для губ, которое я тоже использую, пока результата не вижу, но оно окей, скажем так, а вот это просто фантастика. Покажу вам поближе, как это выглядит. Я думаю, что многие из вас, кто тоже увидел это спецпредложение, подписались. Можно было подписаться без обязательств. Это означает, что вы подписываетесь буквально на один месяц, получаете эту коробочку и сразу можете подписаться. Но не фантастика ли? Вы заплатите просто за один бокс, получите вот этот вот серум в качестве подарка. И все. И адью. До свидания. До следующего раза. Здесь не вижу, к сожалению, до какого у нас срок годности. Я уже всю коробочку посмотрела, но так и не нашла. Наверное, где-то по коду нужно будет почитать. В любом случае, полноразмерка. Я в полном восторге. Мне нравится уже здесь все. Что бы ни находилось в этом бьюти-боксе, я уже в полном восторге, потому что мне досталась классная коробочка, которую я хотела, именно той цветовой гаммы. Плюс у меня есть полноразмерка серум, которую я просто обожаю. И, кстати говоря, если вы пропустили эту акцию, это означает только одно. Вы не читаете вкладку сообщества. Вкладка сообщества находится прямо здесь, на YouTube. Никуда идти не нужно. Нужно просто подписаться на мой канал, кнопку внизу под этим видео, и пойти во вкладку сообщества. Там я с вами делюсь самыми классными предложениями, выгодными акциями и промокодами. Поэтому не пропускайте, обязательно заглядывайте. Ну и давайте открывать, начинать смотреть, что у нас здесь с вами, что нас ожидает именно конкретно в этой версии. Открываю. Здесь так ничего. Только с этой стороны у нас есть рисунок. И тема этого месяца, тема этого бокса – букет. Я так понимаю, букет, наверное, лето. Французский. Здравствуйте, мы по вам скучали. Я предполагаю, что так. И здесь у нас будет все на французском, поэтому, к сожалению, я ничего вам не подскажу. Исключительно только из моего личного опыта я буду вам рассказывать. Также нам на выбор давали вариант либо от марки Clarins взять тушь мини-версию, либо для губ
Perfect Glow. Это какой-то новый у них продукт, тоже прям малышечка. Я выбрала тушь, потому что это то, что я буду точно использовать, и она здесь есть. Вообще у Blissim Box классно то, что они, во-первых, смотрят на ваш профиль красоты, они стараются подобрать продукты вам индивидуально подходящие из того, что у них есть. Во-вторых, это то, что они дают вам каждый месяц какой-то выбор. Вы можете выбрать цвет, вы можете выбрать продукт из двух предложенных. И это просто нереально классно. Вы можете персонализировать ваш бокс, чтобы он подходил индивидуально для вас. Ну, мне это очень нравится. Но цена здесь однозначно кусача. Так как это бокс французский, он доставляется к нам из Франции, то мы должны заплатить еще за доставку. Это 3 евро неотслеживаемая доставка по Германии, 4 евро отслеживаемая. Но при этом сам бокс стоит 17,90. Это на евро дороже, чем наша немецкая версия. Поэтому за бокс я заплатила больше 20 евро. Но того оно однозначно стоит, потому что я получила вот это, эту полноразмерку. Давайте начнем с продукта, который у нас был или-или в нашей немецкой версии. В немецкой версии я выбрала себе вот этот вот продукт от марки Andro. И здесь серум полноразмерка в стекле 30 мл, увлажняющая. Нам давали вариант на выбор, был еще один, который я получила без права выбора, просто автоматически уже во французском боксе. Поэтому я рада, что у меня есть другой вариант. Я попробую и то, и другое. Вообще серумы я просто обожаю, использую их с огромным удовольствием на каждодневной основе. Тоже серум и так масло чайного дерева, Палмароса. Не знаю, кто бы это мог быть. В любом случае, желтенькая консистенция, очень интересная, необычная. Буду использовать однозначно с удовольствием, и так я понимаю, что это для борьбы с несовершенствами кожи. Не знаю почему, но меня сегодня откровенно высыпало. То ли я вчера что-то поела такое, то ли период такой, я не знаю. Но посыпала кожу, поэтому такой серум мне однозначно бы подошел. Сейчас у меня есть 2 варианта, оба, и я однозначно им рада. Следующий продукт, который тоже у нас был в немецкой версии, это средство для волос от Brave New Hair, 50 мл. И этот продукт, ну, я тоже оставлю себе, буду использовать, потому что 50 мл это немного, мне хватит буквально на 2 раза. Здесь у нас с маслом кокоса и фруктовым экстрактом для всех типов волос, маска концентрированная. Так я смогу распробовать. Brave New Hair очень хороший бренд, насколько я так понимаю, он у нас из Болгарии, вот, все, нашла, из Болгарии, потому что тут у нас стоит адрес в Болгарии, я так именно и понимаю. Ну, прекрасно, прекрасный продукт для наших волос, и он у нас повтор, ну, понятное дело, что не все подписаны и на ту, и на другую версию, поэтому повтор он индивидуально для меня, но я ему только рада. Дальше мы с вами посмотрим на марку Polar. Polar, и это 20 мл Cleansing Balm. Ага. Ну, средство для очищения лица, это тоже прекрасно. Я с удовольствием использую такие малышки, когда куда-то уезжаю на такой недолгий продолжительный период времени. Но 20 мл мне может хватить смело где-то на неделе 3. Зависит, конечно, от консистенции. Но Polar прекрасная марка, мне она очень-очень нравится. Следующая марка мне тоже нравится, и тоже продукт, который я буду использовать с удовольствием, от Bioderma. Здесь у нас 125 мл, и это средство для снятия макияжа. Это мицеллярная, сколько вижу, водичка для снятия стойкого, водостойкого макияжа. Замечательно, у меня макияж очень часто водостойкий, потому что у меня такие средства на глазах, что ай-яй-яй, так обычно мицеллярка не справляется. Я использую всегда двухфазное средство, либо гидрофильное масло, чтобы снять обычно вот эту вот всю красоту с моего лица. А тут вот можно будет взять с собой 125 мл не для самолета, но если вы на машине куда-то едете, или если у вас чемодан, куда вы можете это сложить, то отличный вариант. От Bioderma у нас была мицеллярка 500 мл, мы находили в прошлом году в двойном боксе от Blissim, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот она была классная, да. И заключительный наш 5-й продукт, здесь у нас тушь в цвете черная, 3 мл от Clarins. Ну,
дорогой бренд, шикарный, роскошный, однозначно здорово получить бьюти-бокс и даже такую малышку. Не помню, чтобы я использовала их тушь, открывать я пока не буду, потому что у меня сейчас в использовании другая тушь, я ей очень даже довольна. Если вы не знаете, что я использую, чем я накрашена, то посмотрите, пожалуйста, косметичку месяца с декоративной косметикой, тогда ответ будет для вас очевиден. И в заключение здесь еще ожидал у нас какой-то флаер на 10 евро с 1 по 10 июня до июля с кодом BLESSIM. А на что у нас тут? Ну, девочки, если вдруг вы не подписаны на BLESSIM, но живете во Франции, хотите воспользоваться, вот есть у вас такой шанс, потому что, понятное дело, я этим пользоваться не буду. Давайте посмотрим еще раз, что мы получили, потому что, мне кажется, быстро я пробежала как-то по этому боксу, и мы толком даже с вами не смогли прочувствовать наполнение бьюти-бокса. Средство для снятия макияжа, причем водостойкого, очень классно, от шикарного бренда, только рада. Средство для волос у нас здесь с вами было. Также было средство для снятия, не снятия макияжа, а для умывания, для очищения. То есть после того, как мы с вами сняли макияж, мы умылись вот этой вот умывашечкой и позаботились о том, чтобы наше лицо было напитанное с помощью серума. И в итоге, конечно же, что мы там с вами снимали? А снимали мы тушь от тоже шикарного бренда. Мне понравилось наполнение, я вообще на полном позитиве. Мне тут все нравится, даже то, что у меня повтор от Brave New Year вообще никак в моей жизни не мешает, по одной простой причине, что это маска, которую я однозначно буду использовать. Волосы у меня суховатые, окрашенные, волнистые, и они впитывают огромное количество продукта. А вот сейчас я вот думаю, какое наполнение мне больше понравилось, вот этого бокса или вот этого бокса? Сложно сказать. И там, в принципе, было все хорошо. Здесь мне, по-моему, не понравился только один продукт. Да, у меня было средство для губ от Стив Лоран. Вот, это не самый мой любимый бренд. Здесь же все бренды были прекрасно, шикарно, мне все понравилось. Но и в совокупности вот в этом этот бокс однозначно выигрывает. Будем надеяться, что BLESSIM сделает снова нам какую-нибудь классную акцию, будет снова дарить нам нереально шикарные подарки. Об этом вы, конечно же, узнаете во вкладке сообщества. Так что не пропускайте ни мои видео, ни мои публикации. Ну а я с вами буду прощаться только до следующего видео. Как всегда, по традиции, желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, восхитительных подарков, судьбы, чтобы судьба вас баловала, радовала и подкладывала вам вот такие вот действительно шикарные сюрпризы. Ну а мы увидимся. Пока-пока!